В целом антитеррористические митинги на этой неделе прошли по всей стране. Множество провели уже на следующий день после теракта, в том числе в Якутске. Тогда во вторник на площади Победы собрались неравнодушные граждане и возложили цветы к памятнику города-героя Ленинграда на аллее городов-героев. Так и сегодня в Якутске уже другой митинг собрал вместе и обычных горожан, и представителей всех ветвей власти, членов политических партий, общественных и молодежных движений. Всего 3000 человек. Акция прошла под лозунгом «Якутия против терроризма». Участники митинга почтили память погибших в Санкт-Петербурге, высказали слова поддержки пострадавшим. Все как один осудили любые действия террористических группировок. Свой протест выразили самые разные люди. Многие говорили, что стали более внимательными и бдительными в общественных местах. Для ребят были проведены беседы на тему терроризма, экстремизма. Они просматривали видеоролики о том, чтобы внимательней быть. Но, понимаете, последние события, особенно вот эти вот в Питере, очень как бы сказались. Да, там у многих родственники, друзья. И когда это случилось, сразу же начали звонить, узнавать, как у них дела и так далее. Да. На самом деле, вообще, в моем понимании, убивать себе подобного, это вообще как-то я не понимаю у людей, что должно быть, чтобы пойти на это.